Итак, всем привет. Готов у нас очередной автомобиль после ремонта. У нас Honda CR-V 2018 года выпуска. Максимальная комплектация Touring. Была сделана безопасность практически вся. Вот. Было повреждение у нас передней правой подвески. Подвеска сделана частично, так как не было некоторых запчастей в наличии, соответственно, клиент решил сам доделать. Но он уже заказал нужные детали. Такого вот, красивом синем цвете, серый салон. Пробег относительно небольшой, порядка 30 с копейками тысяч миль. Вот. Автомобиль у нас полностью отремонтирован, покрашен. Красили бампер, крыло. Меняли еще некоторые детали навесные. Ну и в целом вот такой вот автомобиль у нас получился. Если кто-то хочет себе подобный автомобиль, пожалуйста, звоните, пишите, обращайтесь. Данный автомобиль у нас отправляется клиенту. Автомобиль у нас сделан под ключ, растаможен, отремонтирован. Если кто-то хочет воспользоваться подобной услугой, пожалуйста, звоните, пишите, обращайтесь. Всем спасибо, всем пока.